Здравствуйте, хочу представить вам рубашки мужские 2XL. Это Германия, категория качества крем плюс экстра. Состояние в целом отличное, лишь на некоторых иногда попадается, особенно на темных, видно, что там небольшие затертости на рукавах, на манжетах, и то это бывает, ну, далеко там, далеко не всегда. Итак, себестоимость одной рубашки в этом лоте 163 рубля. Лот очень маленький, это 7 кг 300 г, стоимость за килограмм 630 рублей. В этих рубашках немного идет рубашек с коротким рукавом, в основном все они идут с длинным рукавом. Отличительная особенность этих рубашек в том, что они все по размеру выше, чем XL. То есть все абсолютно выше, чем XL. Итак, начнем с длинных рукавов. 3XL. Рубашечный тип тоже 3XL. Мятые они потому, что их только что вытащили. А по сути дела, ну, они из натуральных тканей. 3XL. Вот видите, они все-все-все большие. Это 2XL. XL. Восемь по вороту, это 2XL. Наверное, 3XL. 2XL. XL. 3XL. Здесь пятно от мешка. Видимо, на мешке была дырка, и тянули по полу. Ну, такая, это механическая грязь, она быстро отойдет. Это мужские рубашки 2XL Германия, качество крем плюс экстра, 169 рублей за одну рубашку, лот 7 кг 200 г, стоимость этого лота 4570 рублей. Все рубашки по размеру выше, чем 2XL. Видимых следов износа я не вижу, лишь иногда бывают небольшие потертости, которые можно запросто применять дальше. Это были рубашки мужские Германия 2XL. Спасибо.